С крыши льется звонкая капель, блеском солнца сад обрызган весь. Не случайно избран был апрель, чтобы принести благую весть. Вся природа эту весть ждала. Жаждал мир любви и возрождения, и потоки света и тепла жизнь земную привели в движение. Вешний воздух над землей царил, зеленели звонко луговины, весть принес архангел Гавриил о зачатии Спасителя и Сына.